53 ученика отравились в школьной столовой Узункольского района Кустанайской области. Первые жалобы на тошноту, рвоту и головокружение у детей появились спустя 3 часа после приема пищи. На обед в учебном заведении подавали макароны, котлеты и компот. В числе заболевших малыши из мини-центра возрастом до 6 лет, учащиеся подготовительных и начальных классов, а также 6 преподавателей. 11 учеников санавиации были доставлены в инфекционное отделение Кустанайской городской больницы. Там поставили диагноз гастроэнтероколит. Остальные проходят лечение в районе. Причину массового заболевания учеников и педагогов специалисты обещают установить в течение 3 дней. Обед у них обычно в 3 часа дня. Их кормят. И вот, видать, после этого все произошло. Со школы мне никто не сообщил. Я узнала уже после того, что все произошло. Объяснили, что была суматоха, и как бы они забыли сообщить родителям. Дети поступили, 10 человек в состоянии средней тяжести и 1 ребенок в тяжелом состоянии. Значит, ребенку, поступившему в тяжелом состоянии, проводилась инфузионная терапия. На настоящий момент все 11 детей идут уже с улучшением.